Сегодня на скорую руку сделаю себе стол и для резки плазмы. Разжился вот таким куском во вторчермете сегодня, в нашем американском. Вот. И сейчас сделаю для него раму, ножки из уголка по-быстрому. И все, и я думаю, что он прослужит надежно. Особенно для резки плазмы, он так, он вообще, ему износа не будет. Выступающие штырьки обрезать, чтобы она четко в раму встала. Размер 395 на 738. Для резки плазмы столешница просто отличная. Вот сегодня заехал, кстати, купил еще один карандаш, на этот раз белый. Стоят они $3, ну, где-то 180 рублей получается по нынешнему курсу. Но отличные карандаши. Это удобно с этим уголком, 45 не надо. Риски подвел и просто отчертил. Вот 45 градусов. Точно проверено. Диск по отношению к тискам 45 градусов. Места сварки надо зачистить. Если у кого возникнет вопрос, почему я варю на деревянном столе. Ну, во-первых, этот стол пропитан огнеупорным составом. То есть он, по идее, не должен загореться. А во-вторых, как только я закончу вот этот стол, я по большей мере этим пользоваться перестану. По крайней мере для сварки. По крайней мере для сварки и для плазмореза буду использовать этот новый столик. Попробую еще раз ее одеть. Получился такой вот столик. Полку я не знаю, не буду делать, наверное. Удобно. И что интересно, практически бесплатно. Потому что это я взял за 5 баксов верхнюю часть. А уголок на столе, на стол на сам, это со старых кроватей было взято. Вот так вот.
такой небольшой проект на пару часов работы.